Жители деревень и поселков Западной Румынии столкнулись с неожиданной напастью. Их дома подверглись нападению безобидных на первый взгляд и любимых многими жучков – божьих коровок. Но их количество в этом году превысило все разумные пределы. Они практически полностью покрывают полы, стены, окна и другие поверхности. Посмотрите, здесь, в комнате, они везде. Я больше не могу так. Я в буквальном смысле не могу спать ночью из-за того, что они всюду ползают. Многие местные жители уже опустили руки. Другие пользуются холодной утренней погодой, когда жуки достаточно вялые, чтобы сметать их метлой и в буквальном смысле выносить из дома ведрами. Однако эти меры мало помогают. Днем становится теплее, и в дома начинают заползать тысячи все новых и новых божьих коровок. По словам специалистов, в нашествии насекомых виноваты мягкая зима и высокая влажность. Причина их появления очевидна во влажной погоде этим летом, которая привела к размножению тли, естественной пищи божьих коровок, говорит биолог. Кроме того, мягкая зима позволила тысячам жуков выжить. Обычно фермеры радуются появлению этих насекомых. Они кормятся тлей и защищают посадки от вредителей. Но в этом году, похоже, садоводам придется применять инсектициды против самих божьих коровок и надеяться на холодную зиму.